Последнее время многие говорили, что они обо мне думают. Наверное, и мне пришла пора сказать, что я думаю. Я не слышу, кроме никаких, ничего вокруг. Повзрук. Трое нету там. Весь времени больше нет, ждали мой ответ так долго. Все у меня марафонский темп. Круто коликом из наркомана сделал доктор Дре, этой болезнью заразил. И теперь я болен ей, я без дела бы не стал. Но сейчас ведь повод есть, не помешает пол и дре сказать о мамке, о твоей. Выбрал я из всех путей тот, где нет веселых дней. Нарушу клятву, что дал вам когда-то я в Not Afraid. Ты послушай Шарлемена, выпад твой, тебе ответа толка нет. Не попадала мелочь, это в поле зрения. Рэперы тут словно все в голодных играх байтят Дже. И уже спустя минуту Мигаса или же Дрейка. Может, надо мне давно уйти, но сейчас не тот момент. Ведь все это как хождение по воде. Внутри держать уже не мог я, гнев теперь пришел конец. Терпения больше нет, готов я всех и каждого, мать вашу, убивать. Вы ждали шейди, ловите. Пора бы ему, если не хочет падать. Это чтобы труп его в мешок упаковал я. На глаза лучше не попадайся, академик. Скажешь, это снова трэш, и в миг твое скручу я тело. Как ты все перекрутил, когда сказал, что якобы в отеле был со шлюхой я тогда. Скажут, а не читка, его не стало лучше. Отмотай-ка назад ты и переслушай. Думал, видимо, что я сдамся, но все это лишь ловушка и подстава. Держи голову высоко, доктор Дре сказал мне. Кэти Гриффин взял запас боеприпасов, зарядил его в магаз и в голову тебе направил ствол. Кэбби Гиффорд снова в деле, словно Джек. Я потрошу всех, Тайлер, сделай камин-аут. Ты же так хочешь внимания, но боюсь, уже все знают. Не повергнет новость, это никого в шок. Нет, ты хренов педик. Если взялся судить меня, то чтобы убедительным быть лучше меня стать, попробуй. Или таким же, хотя бы возьми Эрла Свитшота с собой, чтобы он помог пару слов тебе связать. Фанаты ждали это шоу. Сори, если я затмился. Я останусь после. Возьму журнал Пичворки, в него воткну я штопор, как прописал мне доктор. Ведь месть это хорошее лекарство. Его часто в крупных дозах принимать стал. Нахер Грэмми, нахер Рихси, как пиявки. Они пьют кровь из артистов. Номинируют они лишь тех МС, которых выгодно. Хозяин нужен паразитам. Они могут альбом года присудить тому, кого еще вчера не знал никто. Я знаю точно только то, что каждым словом уничтожить я могу вот этих всех овец. Говоришь, не пишет Ghostwriter, но тебе веры нет. Да, я знаю твой секрет, поднимал с колен я рэп. В какой-то момент, когда он был совсем на дне, где-то дети у зеркала станут повторять мой текст. Вот что правда важно мне, до остального дела нет. Ношу будто словарь с собой артистом, доставляю боль. Ты по шкале азарта ноль, я выше тебя в этой битве. Верх одержишь, вряд ли бой. Настрой тебя пугает, мой, ты бесишься. Закипает разум твой, хотя я только начал. А лорда Джеймара попрошу меня не трон. Или Элвиса я клоун, покажу тебе и в дом. Твой ворвусь и в нем, ты мне телефон вместе с пультом принесешь. Я усядусь, кинув ноги прям на стол. Я как свой здесь клоун. Не ври мне о хип-хопе, вдохновляю хоп. Синов, лоджиков, колов, шонов, кейдотов, 5-9 of all. Я дал миру 50 цента, ты сел и потух. А я не упаду. Привет, меня зовут Женя. Если вам понравился этот кавер, то дайте мне об этом знать, поставив лайк под этим видео. А чтобы не пропустить новые каверы, подписывайтесь на канал. Подпишись на мой канал, комменти мой канал, залайкай мой канал, ты мой канал, ты мой канал. Чтобы не пропустить... Чтобы не попробовать...